А что это тут у нас? Это у нас курица. Ну, салатик там, это понятное дело. Курица в соевом соусе, маринованная. С зеленью тут, со всеми делами. А как это все дело приготовить? Сейчас ты увидишь через прям вот сейчас вот. Леха накормит. Сегодня мы будем делать курицу в соевом соусе. Я не знаю, как это назвать. Это соевый маринад тогда какой-то получается. Ну, в общем, что нам для этого нужно-то? Нам для этого нужно-то сама курица. Филейные ее части там. Хотите грудочку, хотите так. Нарезаем просто кусками большими, какими стоит ее вообще вам делать. Во. Ну как жарить, хочешь стрипсами, хочешь кубиками, просто как удобно. Она все равно приготовится как надо будет. Будет волшебно. Вот. Далее нам понадобится еще, помимо курицы, 4 зубчика чеснока, полстакана граненого соевого соуса, чайная ложка меда, ну и пол чайной ложечки перчика красного, ну или паприки сладенькой, если там есть такое. Если есть такой момент. Вот. Все, курицу-то мы приготовили, да, порезали. Чесночок, жопки вот эти вот срезаем. Потому что они нам, в принципе-то, не нужны, я думаю, да? Это вообще такой, знаешь, если не считать время, которое уходит на разделку курицы, это вообще рецепт потрясает своей быстротой, как бы, действия. Мы просто что берем? Подвигаем курицу, да, берем стакан, наливаем туда соевый соус, классический, обыкновенный. Ну так вот, чуть прям меньше полстакана, я думаю, да, 1/3. Опа. Потом берем мед жиденький. Обычно говорят, если мед не жиденький, а там уже подзатвердел, то его, говорят, в микроволновочку пихаешь на там секунд 20 и все, огонь. И он становится жиденький. Потом что берем? Чеснок давить. Вот этот причиндал, не знаю. Опа. И даем чеснок прям сюда же, в стаканчик. Опа. 4 зубчика, это важно. Потому что это будет нормальный вкусец. Опа. Ну и все, в принципе, что выдавили. Опа. Все, выдавливаем туда это дело. Опа. Все, перемешиваем мед, соевый соус и чеснок. Нормально. Я думаю, тут даже надо сейчас перчик еще насыпем. Ну, перчик это так на любителя. Красный перец молотый, хотите там. Опа, так насыпали. И тут лучше, я думаю, взять даже не ложку, а вилочку. И вилочкой все это дело размешается и будет вообще бомба. Как говорил один наш знакомый, я тебе сейчас покажу бомба. Перемешиваем тщательно, в общем, мед с соевым соусом. И как бы весь маринад у нас готов. Вот. Все. Отправляемся теперь мы к газовой плите. Берем сковородочку большую под всю эту курицу. Готовим подсолнечное масло прям немножечко. Вот, что, мы все перебазировались, да, к сковородочке. Наливаем прям буквальненько вот так вот маслица. Вот, немножечко. По всей сковородочке мы его вот так вот обволакиваем. Все. И выкладываем мясо. Курицу. Опа. Ну, прям берем и кладем ее всю. Чуть-чуть она прям схватывается сейчас. Мы сейчас сюда убираем. И это. Все. Ждем, когда чуть-чуть она сейчас прихватится. И продолжаем следующий этап воспроизводить. Ну, все, курица начала у нас, в общем, шипеть и брызгаться маслом. Значит, самое время ее перемешать. Но я здесь просто прям расчленил курицу, отделил ее от скелета. И все, здесь только филейные кусочки, и вон тут на крылышко он попался.
Фишка-то в чем? То, что солить ничего не надо. Вот. Просто мы берем вот этот вот маринад, еще раз перемешиваем и выливаем. Все. Выливаем. Вновь вот так вот помешиваем. И оставляем все это дело тушиться на, не знаю, там на слабом, ну на среднем огне. В общем, и фишка заключается в том, то что вот этот весь маринад должен выпариться, питаться там и образоваться такая золотистая блестящая корочка. И будет все готово, все будет очень вкусно. Ну все, вот это вот все, что вот это вот все бурлит, это вот так и надо, короче. Это тут ничего страшного нет, пусть бурлит. Сигналом будет то, что как бы ты его будешь переворачивать, и с той стороны корочка образовалась, значит, ну, с другой стороны дожарим, чтобы все выпарилось, и будет все готово. А тем подавать, в принципе, можно вообще без ничего эту курицу есть, но мы сейчас забацаем небольшой такой салатик фирменный, и все будет огонь. Все, классика. Помидорчик. Или как хотите, там, томат пополам, жопочку вот эту, или как это назвать, извлекаем и режем вот таким вот образом. Опа. И вот так вот. Раз. Раз. Опа, половиночку. Ну, просто чтобы эфирное время не занимать, правильно? Я сейчас по половинке так чисто нарежу. А потом сделаем такой волшебный переход. И якобы я уже такой закладываю. Во. Ну, огурец, что? Огурец-то вот по классике. Прямо так вот. Бах, 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 бах. Это же все равно же для себя все делается. Тут, в принципе-то, без разницы, какими кусками резать. Во. Хоть как греческий, да? Ну, греческий, потому что брали там вообще такими ломтями наломано, будто я не знаю. Опа. И все, заваливаем это все дело в мисочку. Потом такую щепоточку соли, такую босяцкую. Приправляем маслицем немножечко так. Берем ложку столовую и перемешиваем. Это такой рукожопый салат, я считаю. То есть, хотя по телеку сказали так, типа, нельзя делать там огурец, помидор. Ну, в России, в принципе, живем. И самое главное, зелень. Опа. Берем зеленочку. Укропчику стругаем. Вот так прям романтично. Это будет пикантность. Пикантность, не пикантность. Будет супер. Опа. Укропчик. Укропчик. И кинза. Прям кинзы. Нарезать так нормально. Кинзу не любит, конечно, укропчик. И вот это польза, я считаю, для здоровья, это салатиков трепать. А плюс еще сейчас курица у нас готовится. Это будет вообще бомба. Бомба. Опа. Все перемешиваем. Пусть стоит, отдыхает в холодильнике. А тем не менее отправляемся смотреть, что там у нас с курицей-то вообще происходит. Все, пойдем. Открываем. У нас тут все, она уже так подваривается. В принципе, она уже готова. Но нам теперь нужно что? Усилить огонь, чтобы все это дело начало ужариваться здесь.
И все, и можно подавать прям смело на стол. Появляется корочка, вот эта вот свойственная меду. Тут уже на ваше усмотрение, сколько корочки надо, сколько не надо. Но мы сейчас уже будем, наверное, выкладывать это, да? И для удобства мы сейчас металлическую миску, может, положим даже туда. Я тоже пока не знаю. Ну, конечно. Вот, все дело. Выкладываем. Хотя, я думаю... Ну и все, а это уже, знаешь, больше как бы для вида зелени так сверху покидать, чтобы было красиво. Вот. А так, что хочется пожелать? Хочется пожелать здоровья вам всем, чтобы вы кушали вкусно всегда. Готовка у нас заняла, так сказать, ну, минут, может быть, 25 тут. Все, вот это вот быстренько обошлось. Ну, плюс еще там минут 10, может, я расчленял эту курицу там туда-сюда. Во. Ну, и от себя хочется что добавить. Подписывайтесь на наш канал. Ссылочка будет вот где-нибудь. Где тут? Подожди. Вот. Вот тут вот в этом углу, как обычно. Вот. Рассказывайте всем об этом. То, что вот пацан тут готовит еду. Все вот эти дела на скорую руку. Также это, если тебя вдруг жена не кормит там или еще что. Во. Всегда можешь приготовить там. А так что? Леха накормит. Кушайте. На здоровье.